Информационные сливы в Телеграм, хейт в Твиттере, противостояние блогеров в Фейсбуке. Главные события в стране и в мире в обзоре социальных сетей. Вы смотрите первый пост, и у нас первый юбилей. Сегодня в эфир выходит наша 100-я программа. С вами Ксения Каста. Здравствуйте. Приятный сюрприз на наш первый юбилей нам подкинул ТикТок. Не успели мы в эфире рассказать актуальный анекдот о QR-кодах, как тут же мы поймали вирус. Но от этого вируса вакцинация не требуется. Мужчина пришел сделать прививку в мобильный медпункт в торговом центре, но в торговый центр без QR-кода о прививке никого не пускают. Сегодня мы разделим наш маленький праздник с другими, более маститыми юбилярами. Итак, главный юбилей года, а может быть даже и века – 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Наследие великого русского классика, 8 романов, 25 рассказов и повестей, бесчисленное количество публицистических статей. И все это – бесценная мировая литература, по которой до сих пор ставятся спектакли и снимают фильмы. Наследник Федора Михайловича и его праправнук Алексей Дмитриевич Достоевский не так знаменит, как сам писатель, но потомок классика не менее темпераментный и оригинальный персонаж. Он носит косуху и бороду и играет в питерской рок-группе. Работал вагоновожатым, был послушником Валаамского монастыря и даже успел сняться в кино в фильме «Мальчики» по роману его прапрадеда братья Карамазовы. Как видим, творческие гены великого Федора Михайловича стороной наследника не обошли. Еще один юбиляр. Гению сцены Виктору Сухорукову 70. Но для киноманов он в первую очередь известен как тот самый брат. Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой... Одно слово, румын. И это только одна роль из 140 сыгранных юбиляром на сцене и в кино. Медведь к нему так близко подошел, ой, так близко, вот как ты теперь, Арина, ко мне стоишь. А он шагнул вот эдак, да изловчил рогатину и разом вот так всадил ему в живот. А медведь-то прет, и все ревет, и загребает лапами его. Вот так. Мы отмечаем юбилей вместе с легендарным КВН. Для тех, кто не в курсе, самое популярное юмористическое шоу придумал совсем не Александр Васильевич. 8 ноября 1961 года заведующая отдела редакции программ для молодежи Центрального телевидения Елена Гальперина попросила автора программы «Вечера веселых вопросов» Сергея Муратова придумать что-то в этом же духе. За дело взялись трое авторов – сам Муратов, режиссер театра МГУ Альберт Аксельрод и, самое забавное, соавтором этого творческого тандема стал начальник цеха Московского электролампового завода инженер Михаил Яковлев. Они и есть настоящие создатели КВН. Кстати, КВН назвали в честь марки телевизора КВН-49. И только позже аббревиатуру расшифровали как «Клуб веселых и находчивых». Так что черно-белый советский телевизор сам себя запустил в будущее. 30-летие, 40-летие, 50-летие. С удовольствием. Как играют ребята в эту игру столько лет с удовольствием, меняясь поколениями, то и... 60 лет. Но не важно, какая цифра. Важно, что праздник. Это главное. Интересно, сколько, в отличие от КВН, проживет ТикТок? Ну, а мы поздравляем бессменного руководителя клуба веселых и находчивых с юбилеем. Ему на днях исполнилось 80 лет. Здоровья и новых творческих удач вам, Александр Васильевич. Несколько дней назад, точнее 19 ноября, ровно 310 лет назад родился Михаил Ломоносов. Историк, естествоиспытатель, философ, поэт и первый русский академик. Он пришел из глухой северной провинции пешком в Москву, чтобы учиться, а затем сам создал совершенно новые правила во всех видах науки – физики, химии и даже стихосложении. Любопытно, можно ли с нынешней системой образования стать вторым Ломоносовым?
И, пожалуй, главный исторический юбилей века – 30 лет назад Союз социалистических республик перестал существовать. Владимир Путин назвал это событие главной геополитической катастрофой для нашего народа. Владимир Жириновский считает, что страну можно было сохранить. Ошибки, тяжелые и экономические последствия, и военные, человеческие, и самое главное – моральные, этические. Все недовольны, и богатые, и бедные. И русские, и не русские, и христиане, и мусульмане. Нет ни одной категории граждан, которая была бы довольна тем, что произошло в 91-м году. А тем более 92-й, 93-й и так далее. Так что позиция ЛДПР была самая верная. Мы единственная партия, которая в 9 утра 19 августа поддержала ГКЧП. Я был единственный на Манежной площади и просил демократов поддержать ГКЧП. Потом к ним обращался с 7 этажа, балкон гостиницы «Москва». Сегодня они бы не стали поддерживать ни Ельцина, ни демократов. Мы видим, они кто в эмиграции, кто в тюрьме, кто в могиле. Но мы сегодня увидели, чего стоит дружба народов, чего стоит заклинание взаимной поддержки, так сказать, уважений, все, разбежались все, распалось все, и все превратились во врагов. И сегодня Украина напрямую считает себя антироссией и считает Россию самым враждебным для себя государством. Ну, разве такое возможно было бы? Но мы сегодня не будем говорить о врагах. С миром и любовью к вам, наши зрители. С вами был «Первый пост». До скорого!